6 по 10 сентября в Каспийске во Дворце спорта имени Али Алиева проходит российский турнир по волейболу среди мужчин «Кубок дружбы», приуроченный памяти Расула Гамзатова. В турнире приняли участие порядка 5 команд со всей России. Это волжане, город Кострома, текстильщик, город Иваново, Тархан, город Стерлитамак, Дагестан, город Махачкала и автомобилист, город Санкт-Петербург. Основная цель проведения турнира – это привить любви к спорту, особенно молодежи, а также пропаганда высших человеческих ценностей и популяризация здорового образа жизни. На данный момент в финале встретятся две команды – Дагестан, город Махачкала, и автомобилист, город Санкт-Петербург.